Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал, недавно закончилась презентация iOS 14. Давайте посмотрим, что там нового и интересного. На презентации было реально горячо и были несколько крутых поворотов. Также, какие устройства по итогу получают новую систему. В общем, я не уйду спать, пока для вас не сделаю новое видео о новой iOS, чтобы вы первые знали, что там нового и крутого. Так что оценивай видео с пальцем вверх и также подписывайся на канал. В начале видео хотел бы вам показать, как устанавливать платные игры совершенно бесплатно из App Store. В этом нам поможет телеграм-канал «Общий аккаунт». Здесь огромное количество игр и приложений, которые стоят очень много, если их покупать все. А если вы подписаны на телеграм-канал «Общий аккаунт», то вы это все дело получаете бесплатно. Имеется поиск, вы можете найти любую игру или программу, которая вам интересна. И чтобы ее установить, нажимаете на кнопку «Установить». Открывается страница с email-адресом, который мы должны скопировать. Далее мы заходим в настройки iTunes Store и App Store. Это важно, не в iCloud, а именно в iTunes Store и App Store. Здесь выходим из нашего Apple ID и нажимаем на кнопку «Войти», вставляем тот email, который мы скопировали. Дальше возвращаемся в Telegram и нажимаем на кнопку «Получить пароль». И вставляем также в настройках iTunes Store и App Store. Все, мы вошли в общий аккаунт. Все, что нам остается сделать, это перейти в App Store, нажать на наш аккаунт и перейти в покупки. Здесь мы находим нужную нам игру или программу и скачиваем на наше устройство и пользуемся, ведь все работает. Так что, ребят, ссылку на общий аккаунт я оставлю в описании к видео, переходите и скачивайте все топовые игры на ваше устройство. Возвращаемся к iOS 14, это вышло реально топовое обновление. Я уже жду не дождусь, когда смогу накатить новую систему на свою десятку, потому что здесь есть абсолютно все, чего мы так ждали. А именно виджеты, новый экран домой, шторка вызова, карки, App Clips и так далее. Начнем, пожалуй, с самого главного и будем поэтапно разбираться во всех нововведениях новой iOS. Так что ваша оценка пальцем вверх в этот вечер мне будет реально приятно. Начнем, пожалуй, с внешнего экрана. Мы с вами все привыкли, что у нас есть огромное количество рабочих столов, на которых есть иконки. И многие люди даже не помнят, какие там иконки у них располагаются. Для этого Apple сделала такую фишку, как App Library. С помощью этой фичи вы сможете сделать все иконки в определенных категориях. То есть, если вы, например, не используете много рабочих столов и вы хотите видеть полный список ваших приложений, вы можете создать так называемую App Library. То есть, все ваши приложения на рабочих столах сгруппируются в папки. В том числе будет папка под названием Suggestions, то есть рекомендации. Это те программы, которые вы используете чаще всего или которые вам нужны в какой-то определенный момент времени. У вас будет возможность выбрать те рабочие столы, которые вам нужны, а если они вам не нужны, вы снимаете с них галочку и образуется эта самая App Library. И как раз таки здесь есть поиск, который находится в самом верху. Если там нажать, то вы увидите весь список из приложений, которые установлены на ваше устройство. И как раз таки здесь, скорее всего, приложения с уведомлениями будут в самом верху списка, чтобы вы понимали, где эти уведомления будут. Разумеется, все папки, которые находятся в App Library, в них находятся приложения по разным категориям. Например, это могут быть приложения из Apple Arcade, из каких-то, например, социальных сетей, тогда эта папка будет называться Social. Есть предложения, где находятся самые популярные ваши приложения и так далее. Дальше одна из самых запрашиваемых фишек, а именно виджеты. Как вы можете видеть, мы смахиваем влево и, соответственно, видим ту шторку виджетов, которая сейчас есть в iOS 13. Но она немного поменяла вид. Виджеты теперь намного больше, чем они есть, и они разнообразные, то есть они выглядят шикарно. Это уже не как Android с какими-то там простыми своими виджетами, это новое совершенно поколение виджетов, которое сделано в iOS. И я уверен, все это дело повторится и в Android через какое-то время. Эти виджеты вы можете взять отсюда и перетянуть на ваши экраны домой, располагая их в тех местах, в которые вы только захотите. Тем более размер виджетов можно менять, их можно делать больше, меньше, у каждого приложения будет определенный набор виджетов по размерам, так что вы определенно сможете кастомизировать вашу систему с виджетами под вас. Это просто топовая вещь. Вот это намного интереснее, чем черная тема. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, потому что виджеты, ну, это я реально думаю, будет самая используемая функция в iOS 14. Кроме этого, есть умный виджет, который вы можете разместить сверху или неважно где на экране, и в разное время суток он будет вам предлагать различные виджеты. Например, с утра это будут новости, днем погода, вечером там предложение Apple TV и так далее. Короче, это реально интересно и хочется на это посмотреть уже на своем устройстве.
Из-за добавления виджетов логично, что добавляется и картинка в картинке. Это уже давным-давно есть на iPad, и теперь и на ваших айфонах вы можете начать просмотр видео где угодно и после этого скрыть саму страницу браузера или какого-то приложения, например, а видео продолжит воспроизводиться на вашем рабочем экране, в заметках или в каких-то других приложениях. Притом это все можно перетаскивать по вашему экрану, например, прятать вообще в бок страницы, вы видите, остается стрелочка, и аудио продолжает воспроизводиться на этом видео. То есть, наконец-таки, картинка в картинке есть в iOS 14. Siri. Она становится намного умнее в iOS 14, и у нее наконец-таки меняется интерфейс. Теперь, когда вы будете задавать какой-то вопрос, Siri будет всплывать такое окошко, которое не будет перекрывать весь экран. То есть вы задали вопрос, и вам в маленьком окне Siri выдала какой-то ответ. Если вы, например, ставите напоминание, то это будет напоминание. Если вы спрашиваете о погоде, это будет плашка с погодой, то есть как виджет. И это очень круто, потому что Siri объединяется с виджетами, и нет вот этого окна, который полностью заслоняет экран вашего устройства. То есть вот этого окна Siri. Есть виджеты, которые будут работать вместе с Siri. А теперь, ребят, вы просто обязаны поставить лайк. Шторка приходит наконец-таки в iPhone. Шторка вызова. Мы это все так долго ждали. Вот этот экран, который перекрывался полностью, когда вам поступал звонок. Сейчас это будет просто шторка, которая будет опускаться сверху экрана. Это будет работать в телефоне, в скайпе и в прочих приложениях, в которых есть аудио и видеозвонки. Наконец-таки мы этого дождались. Прошло 14 iOS. Представьте себе. Еще в новой системе появляется новое приложение для переводов. И здесь ребята из Google реально сильно напрягаются, потому что это все работает вместе с Siri. То есть вот этот искусственный интеллект, который использовался для Siri, теперь будет использоваться в приложении Translate. И здесь будет прямо-таки синхронный перевод текста, что будет отлично работать, ведь Siri отлично общается на многих языках. То есть теперь вы сможете общаться в каких-то других странах, используя Siri, и это будет намного быстрее. Конечно, вместе с приложением-переводчиком от Apple. В приложении Messages вы теперь можете отмечать тех людей, с которыми вы чаще всего ведете переписку. И они будут вверху в ваших контактах. Также здесь будет видно, кто вам пишет сообщения. Если вы с этим человеком опять чаще общаетесь, то этот человек попадает в это окно сверху. В групповых чатах, если вы, например, общаетесь с огромным количеством людей, добавляются упоминания. Вы можете написать имя какого-то человека, и он получит это уведомление на своем устройстве. То есть так вы сможете упоминать определенных людей в групповых чатах. Ребята из Apple продолжают работать с Memoji, добавляется больше вариантов кастомизации ваших персонажей, чтобы использовать их в тех самых переписках. И кроме этого, добавлены анимоджи из Memoji, чтобы вы опять же могли детальнее выражать свои эмоции в общениях с другими людьми. Еще очень хорошо в iOS 14 обновляются карты. Конечно, нам это не сильно грозит, потому что в наших странах никаких особых изменений ждать не стоит. Они становятся более детальными в Америке и в Европе. Также там добавляются маршруты для велосипедов. Пока что добавляются только в некоторых городах США и Китая, но чуть позже обещают поддержку и в других городах. В 14-ю систему добавляется поддержка CarKey. Работает через NFC, то есть телефон связывается с автомобилем посредством NFC-датчиков, и после этого вы сможете открыть авто, завести автомобиль только в случае, если опять же телефон соединится по NFC с вашим автомобилем. Пока что будет доступно в BMW и Ford'ах, но чуть позже опять же будет распространено по всем автопроизводителям. Было очень много разговоров на тему запуска приложений без их установки. Такая фича также будет добавлена, ее название App Clips, и с помощью QR-кодов или прикладывания NFC вашего устройства к датчикам вы сможете запускать какие-либо приложения. Например, это показано с участием приложения для проката самокатов, то есть вы, грубо говоря, получаете доступ к приложению, нажимая на кнопку Open, и здесь вы сможете оплатить использование проката самоката. Будет это работать со всеми приложениями в будущем, то есть если вам нужно что-то заказать, вы это сможете заказать, опять же, не устанавливая саму программу и так далее. Короче, эта тема распространится моментально, потому что это в первую очередь для бизнеса, чтобы использовали услуги каких-либо доставок, прокатов и такого прочего.
Apple серьезно работает над безопасностью в iOS 14. Когда вы отправляете кому-то геолокацию, у вас будет возможность выбрать не какую-то вашу точку, а просто примерное местоположение на карте. Также, когда вы, например, пишете аудио или видео, будет специальная иконка сверху, которая будет об этом говорить. И если вам предлагается какое-то отслеживание, то вам будет реально уведомление, что вы хотите разрешить ваше отслеживание на карте, чтобы другие приложения не получали данные об этом. Также будет такая вещь, как App Privacy. То есть, когда вы будете загружать приложение из App Store, прямо на странице приложения вы сможете получить информацию о том, что использует программа, то есть, какие данные она запрашивает от вас. Очень полезная вещь, чтобы понимать, какие ваши данные получает приложение, еще не установив саму программу из App Store. Что же, ребят, это главные фичи iOS 14. Согласитесь, обновление топовое нас с вами ждет, и не знаю, как вы, но я уже мечтаю накатить 14-ю систему на свое устройство и смотреть, как это все работает. Конечно же, iOS 14, она сделана для iPhone. Для iPad есть так называемая iPadOS 14. Она получает все эти функции, которые были в этом видео. Но еще кое-что Apple сделала специально для iPad'ов. Она сделала редизайн системы. То есть под большие экраны система претерпела некоторые изменения. А именно, были добавлены списки по бокам приложения, чтобы не перекрывать полезную информацию. Сейчас, например, приложение фото на iPad – это максимально ущербная программа, потому что это, грубо говоря, растянутая версия приложения на iPhone. Теперь же это будут различные шторки, которые будут не только в приложении фото, а и в других стандартных приложениях на iPad. И так вы будете видеть и потреблять больше информации, потому что на экране ее будет больше и она будет компактной. Точно так же на iPadOS 14 будет совершенно новая Siri с измененным интерфейсом. Это теперь будет, грубо говоря, окошко внизу справа. И там будет аккуратненько подаваться информация в виде каких-либо виджетов. Точно так же будет шторка, которая будет реализована как и на iPhone, точно так же и на iPad. И будет совершенно новый поиск, который чем-то теперь похож на Mac, он более масштабный и позволяет искать вам по всей системе какие-то определенные файлы, контакты и прочую информацию. Еще одна фишка для iPad'ов – это если вы используете Apple Pencil, то теперь вы можете работать с рукописным текстом. То есть, как и обычный текст, выделять его, конвертировать в обычный текст можно сразу же. Можно рисовать, и планшет будет понимать, какие фигурки вы рисуете, и преобразовывать эти фигуры в какие-либо символы. То есть, такая поддержка рукописного ввода теперь добавлена. Даже чтобы что-то удалить, просто зачеркните слово, оно удалится. Это реально классная вещь для людей, которые используют Apple Pencil. Что же, ребят, пока что это все новости, которые касаются iOS 14. Это главные фишки новой системы. Перед вами список устройств, которые будут поддерживать iOS 14. Хочу поздравить владельцев iPhone SE первого поколения и 6S. Вы получаете iOS 14, я за вас безумно рад. Оцениваю видео лайком, потому что, ну, это реально того стоит. Вот вы просто красавцы, вы еще в обновлениях. В общем, ребят, пишите ваши комментарии, что вы думаете о новой системе, как она вам и будете ли вы ее устанавливать. Какая киллер-фича вот определенно для вас? Для меня это виджеты и новый альтернативный экран домой. На этом все, жду ваши пальцы вверх, потому что я очень старался сделать видео для вас максимально оперативно. И также подписывайтесь на канал. Пока.